Привет, негодники и непоседы! Осторожно, ибо в этом видео есть мат и алкоголь, и это плохо. Если вас это оскорбляет или вы малыш-карапуз, выключите это видео. Остальным – внимание! Мы здесь не хотим понтоваться и заявлять о новизне формата, ибо он ни хрена не новый. Мы просто хотим отлично покуролесить в гараже у твоего бати. Еще не забыт прямой карантин, где и Ивлиентес, и звезды куражились по полной. Нам по-прежнему очень нравится искренне веселиться. Именно поэтому мы и сделали это шоу, вдохновившись тем, что было когда-то, и тем, что придумали мы сами. Да-да-да, мы внимательно читали ваши комментарии под выпуском с Милохиным и топим за справедливость. Поэтому за челлендж «Палец к носу» отправляем Залия 10 тысяч рублей. Почему не вся сумма? Потому что Настюшка тоже очень старалась. Всем мир! Всем привет, дорогие мои хорошие, это ЗБС-шоу. С вами Настюшка Опасность, а.к.а. Настюшка Доброта. И сегодня у меня в гостях сам Илья Ильич. Не буду говорить фамилию, звучит не очень. Лучше сказать Ильич. Сикен! Расскажи о себе, кто ты, чем ты занимаешься? Я самый сексуальный мужчина в мире. Так меня, извините, окрестили все журналы всего мира. То есть, я думала, тебя мать назвала так. Нет, мама говорит, ты такой себе, но, допустим, журнал... Какие журналы есть? Ну, Hello, OK. Hello, OK. Сказали, что Hello. Я самый сексуальный мужчина в мире, и я обладатель... самого большого сексуального члена. Да, ну, самого сексуального лица, но сегодня да никто бы не увидел твой фингал. Хорошо, но я хотел рассказать, я пиздился с ниндзями. Я шел сюда, так. И там были три ниндзя, и я пиздился с ними. Просто попиздился с алкашами по пьяни, да? Нет, у меня на самом деле сын ногой врезал нечаянно. Ну, это мы вырежем. Да. И что, на чем ты славишься еще? У тебя песни выходят какие-то, писька, да, интересные? Писька, да. Большая писька, да. Короче, это вот это... Песни, вот песни у меня есть. Песни, писька. Илюха, короче, ты тот чувак, который вот этот «I'm okay», алкоголик, вот это вот... А сейчас еще «Такос». «Такос», ну, в общем, это, короче, одна сплошная песня. Ну, типа, пацаны поняли, да, что на этом можно, типа, проехаться, и вот начали писать песни как одну сплошную. Что у вас там? Скибиди-биды. Да. Все здесь очень просто. Ты играешь в казино? Играл когда-нибудь? Нет. Я тоже не играла, играю у себя на шоу. Мы крутим рулеточку, так. Смотрим номерочек, да, какой у нас выпадает. Берем карточку и смотрим, что это у нас за челлендж такой. Так. Открываем на телевизоре этот челлендж, там с нами здоровится человек. Мы, значит, его анализируем и думаем, за сколько мы с тобой выполним челлендж этого человека. У нас снова ставки по 100 тысяч рублей, это приемлемая цена. Для меня, для артиста. Ну и, соответственно, хватит денег для того, чтобы выдать вам. Подробные правила смотрите в описании, ребят. Это очень долго рассказывать. Не ленитесь, зайдите, почитайте, все поймете. И подписывайтесь на мой инстаграм. Естественно, и на мой тоже. С недавних пор мы решили, прислушались к вашему мнению, решили, что у нас в конце должно быть наказание. Наказание выполняет тот, у кого меньше всего останется денег и кто меньше всего выполнит челленджей. Как-то так. Из наказаний здесь рулон обоев. Так. И два варианта развития событий. Это кнут. Или розги. Так. Ты смотрел фильм «Приключения Шурика»? Да, конечно. Вот, соответственно, проигравшего замотают рулоном, отрежут расстояние на жопке, на лице. Ну, лицо трогать не будем, но эмоции нужны. И, соответственно, либо ты меня, либо я тебя, как говорится, выпарим. Выпарют, выпаришь, выпарю тебя, я, может быть, или ты меня. Давай, на раз, два, три. Давай. Раз, два, три. Блять. Ну ты. Я начинаю. Да. Ненавижу много говорить, люблю делать. Один. Смотрим, читаем. Давай. Опрокинь рюмку. Что ж, можно не смотреть челлендж, я пойду и сделаю его. Я тоже, наверное. Вместе пойдем сделаем. Пойдем сделаем. Привет-привет, меня зовут Даша, я из города Санкт-Петербург, мне 22 года, и я подготовила для вас действительно интересный челлендж. Даша лежит на животе, на полу. У нее перед собой стакан. Так. Полагаю, что она будет опрокидывать рюмку каким-то необычным способом. Я не буду садиться на стакан. Сразу. Сразу. А на бутылку? Давайте, ладно, я на, бутылку. На стакана, на бутылки садиться не буду. У нас еще новый сезон трэш-лото, так что... Ну, подожди, мы сейчас с тобой... там уже... Ну, там уже как куда хуй, туда и ноги, как говорится. Я думаю, что я смело его выполню за
5000 рублей вообще изи-бризи. Перебивай ставку. Чё-то как-то, блин, дорого, блин. Чё-то я хуй знаю, блядь. Давай. Я просто хочу посмотреть механику. А, ну давай, ладно, не хорошо. Не то, что я засал, как бы там, да, я просто хочу посмотреть механику. 5000 рублей, прокинь рюмку. Даша, поехали. Ставим, давай. Смотрим, что за челлендж. Для этого нам потребуется одна рюмка. Наполняем ее, конечно же, крепчайшим алкоголем на половинку и ставим на пол. Следующий шаг – осушить эту рюмку. Но использовать можно только одну опорную ногу. И нельзя использовать руки. Ну что же они все время ногами. А. Хорошо, давайте тогда за 5000 я делаю этот челлендж. Так, она села вот так. А, вот так она сделала. Не, сначала ногу назад. Так я сделала вот. Да, раз. Полный присед. Не-н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 е. Вставай. А чё ты, блядь? Петюлик мой, блядь, на кону. Как-то мы с тобой, конечно, давай, смотри, назад. Вот, да, на полный присед. Давай, оп. Раз. На полный. Давай. Опа. Что дальше? Так, давай. Сука, я была у цели. Так, у меня еще... Давай. Я еще никогда не была так близка к стопке и так далека. Так, назад. Да, блядь! Это невозможно! Давай, все, крайняя попытка, попробуй с этой ноги. Нет, назад сначала ногу. А, блядь. Назад. Вперед. Пистолетус. Давай. Пересела. Все, нахуй. Че, это что? Это что? Получается, я пятерку даю ей. Я рада признать, что шоу начинается с победы нашего дорогого зрителя, прекрасной Дарьи, 22 года, Санкт-Петербург, 5000 твоих, поздравляю, молодец. Давай, крутим. Два. Взгляд со стороны. Смотри, здесь еще у нас знак молнии. Соответственно, при выполнении этого задания может один раз шандарахнуть током. Вернее, не может, а точно шандарахнет. Бля. По-быстренькому так. Чик-чирик и все. Всем привет! Меня зовут Анжелика, мне 21 год. Меня зовут Валерия, мне 21 год. И я Виктория, мне 22 года. Мы победил. Из Рязани. Мы приготовили для наших звезд очень классный челлендж. И он называется «Взгляд со стороны». Смотри, я думаю, что нужно поставить... треху. По косарю на каждый. Ты такой вообще жадный, слушай, сука. Слушай, я не жадный. Это жадный, мелочный, худой, стоп. Тощий, ребят, маленький. Не подумайте, я человек не жадный. Человек с огромным эго. Я не жадный. Объясню почему. По косарю. Мы стимулируем тем самым... Кого? Девчонок. Чем? Ну, то есть мы стимулируем их, так сказать... на какая... Да, я жадный просто. Давай, оставь. Хорошо, я выполню этот челлендж за... Ну, я считаю, что каждая из них, каждая, достойна как минимум 4000 рублей. То бишь, 4 на 3... Ну, 5000. Нет, 12000 рублей я ставлю для выполнения этого челленджа. Давай сделаем так, давай я 15. Давай, и выполняй. Сугубо просто хочу понять механику. Да. Только буду тебя бить я в момент выполнения челленджа, когда ты будешь его выполнять. Mm-hmm. Один раз. Суть нашего челленджа в том, что участник ставит перед собой прозрачную рамку, а другой человек должен в нее запустить любой мягкий предмет, чтобы участник не смог моргнуть во время того, как предмет будет лететь ему в глаза. Здесь они изобретательные. Ты понял? Как они понял. До этого додумались? Блин, люди вообще гениальные. Я кидаю мишку, и ты не должен моргнуть. Три попытки. Сейчас, погоди. Да пошла ты. Погоди, сейчас. Бля, я правда очень не люблю электричество. Да я понимаю, но я ничем не могу тебе помочь. Братан, для этого есть врачи, клиники, психиатры. А у нас есть тут врач? Конечно. Покажите мне врача. Вот.
Ну и вот этот азербайджанец пухлый. Ай, пиздоболый, блядь. Да я тебя спасу. Выпить? Да. Я налью, подожди, все, сиди на месте, я налью. Чистым. Абсолютно не настоящий спирт. Блять, это рефлекс, ребята. Вот сейчас, правда, я сейчас приготовился, я просто. Это рефлекс. Блять! Что такое? Зачем ты это сделал? Я сделала это до того, как ты будешь выполнять челлендж, чтобы ты сосредоточился на том, чтобы выиграть деньги, не отдавать все этим трем профурсеткам. Моргнул? Моргнул, все. Блять. Казалось бы. Все? 15 тысяч. Уходят? В труху, блядь. Да. Я забыла тебе показать кое-что. Банка, в которую мы складываем деньги, а это даже больше не тебе показать, а людям напомнить, что выигрыш, денежки, которые я выигрываю здесь, обходя все челленджи, мы копим эту сумму кругленькую, прекрасную, чтобы кто-то из вас ее, собственно, дорогие мои хорошие, забрал. Вот такая вот мотивация. Итак, 15 тысяч рублей от Илюхи Прусикина отправляются девчулям с города Рязань, Анжелики, Валерии и Виктории. Поздравляю вас. Поздравляем. Так, поехали. Угу. Сука, опять молния. А она была. Если выпадает то, что уже было, мы идем по этапу по часовой стрелке. Да. Десятка, то есть, получается. Давай. Пивобол. Челлендж выполняется в специальном костюме. Тоже интересно. Интересно. Заманчиво для нас, для алкашей, это вообще прям зеленый свет. Хочется бесплатно выполнить, да? Типа ради куража. Но мы должны поставить денежку. Во-первых, мне нравится название. Как минимум, мне уже просто не жалко поставить 10 тысяч рублей на эту историю. 10 500. Как тебе такое? Сука, ты такая жадная тварь. Окей. Что, блядь, 11? 12. Хорошо, 12. Я ставлю 20. Давай за 21. И погнали. Ну, Илюх, ну все. Не, погоди. Я только что потерял 15 тысяч. Ну, кровно заработанных денег. Абсолютно верно. Чтобы вы понимали, я не только в Little Big. Я еще и подрабатываю. Где? Какая разница? Не надо меня тут, блядь, просто, блядь, гнобить. Да никто тебя не гнобит, блядь. Я что, блядь, ёбаный. Да я понимаю, Лёх, ну, блядь, но мне тоже неудобно, блядь, перед людьми, блядь. Давай, говорю, богатые, блядь, богатые гости приходят, блядь. Ты сидишь, жмочишься, блядь, за 500 рублей, блядь. Ёбаный, блядь. Ну, а что ёбаный урон, блядь? 100 рублей деньги, блядь. Копеечка к рублю, блядь. Все. У нас, как бы, блядь, сейчас кризис, блядь. Ну, ёбаный, давай. В общем, 20 тысяч, ну... Что я хотел бы перебить, но мне хочется посмотреть, как ты заплатишь 20 тысяч рублей. Сучара поганая. Ставлю 20 тысяч рублей и, соответственно, что? Выполняю или не выполняю? У нас на 10-м, да? Да. Смотрим. Блядь, ты же никогда не выполнишь. Блядь! А он в костюме пива, ты видишь? Но я обожаю такие... Ребят, вот честно, кто присылает вот нечто подобное, вы гении. С трех попыток точно сделаю. Да не сделаешь. Сделаю. Если ты это сделаешь, я, чтобы вы не подумали, что я жадный, я дам ей 20 тысяч, да? Я сверху накидываю еще десятку. Ну хорошо, все, 30 тысяч тогда мне отдаешь. Да, можешь отсчитывать. Без проблем. Все. А, нет, бля. Не, смотри. Если ты не сделаешь, я десятку накину ему. Тебе-то зачем? У тебя Ламборджини, ёптвою, ты за десятку вот такая... Ламборгини, мальчик мой, пожалуйста, не позор. Мы в Петербурге говорим Ламборджини. А что говорите, это московское произношение? Вы говорите спажетти или спагетти? Спажетти. А, все, тогда ладно. Это у нас такое, это... Ну, с Божьей помощью, если я это сделаю, то... Деньги мои залила, блядь! Блять, у меня аж чокер порвался. Просто на мне шея настолько взбухла в этот момент, что он аж разлетелся. Бля, я такой... Ну, еще две попытки. Конечно. Богом. Вот мразота, блять.
называется «Справедливость, мальчик мой». Если бы я поймал, это было бы просто легенд. Это было бы просто Gucci флип-флап. Давай, давай еще раз. Давай, еще третья попытка. Ну все, с Богом. Давай. И на этом мы заканчиваем. Вот такой вот челлендж. 20 тысяч рублей, получается, твои улетают. А, мои. А, 30 тысяч рублей, 20 от меня, 10 Илюхи. Слово сдержал, красава. Отправляются Артему за челлендж пивобол, потому что, ну, достойнейшая история абсолютно. Крути. Что там? 9. Прочитай, и там видишь коктейльчик. То есть надо еще выпить перед выполнением челленджа. Йога Мишки. Привет, меня зовут Наташа. Я из Нижегородской области. Работаю менеджером по персоналу. Мне много лет. Для звезд я приготовила супер крутой челлендж. Его, в принципе, несложно выполнять. Не нужно быть спортсменом, не нужно заниматься йогой. Давай я поставлю... Кас... Два... Косарь? Сколько поставить? Ну давай, вот скажи, сколько поставить. Да у тебя столько денег здесь. Мне похуй. Да чего ты их... Говори, сколько ставить, я ставлю. Я не могу тебе приказывать. Давай, мне похуй, я приехал из Питера, деньги есть. Тридцатку ставь. На похуй, блядь. Посрать потом в конце. Давай, можно сесть и насрать прям на этот стол. Давай, блядь. Раз. Два. Три. Похую, давай. Ебашим, блядь. Давай, а раз такая пьянка, я ставлю 40. 41. Делай. Не, погоди, давай вернемся. Нет, пацан, раз. Че? А это твои 41 тысяча. Просто я быстрее это сделаю. А ты бизнесмен. Итак, для челленджа нам понадобится вот такая штука и вот такая штука. Также нам понадобится муж, подруги. Все, сама тоже еще. То есть нужно всего-напросто сделать одну позу из йоги. Самую простую. Да хуйня вообще. Хуйня. Во-первых, я каждый вечер так делаю. Я серьезно говорю, это моя любимая разминка. Ну а что ты, блядь, все, я сейчас... А мы вместе с тобой делаем тогда. Ну давай. А кто кого будет поднимать? Кто тебя будет поднимать? Ты кому-то доверишься? Давай, ты меня поднимешь. Чё? Давай. Смотри, ну мы здесь вдвоем в связке работаем, потому что, то есть как бы мне его надо держать, ему надо не упасть. Смотри. Давай как-то вот придумаем вот, новые правила. Я придумал. Косарь, и Настюха не пиздит, и все. Пойдем делать. Амасевиш, жереш, буриш, добереш. Погнали. Я нихуя не вижу, братан. Да поднимай ноги, ёбаный рот. Давай, делай на ощупь. Устанавливай там. Всё. Ну, сам устанавливай. Так, сейчас, погоди. Опа. Держишься? Да. Ну и всё, нахуй. Пошли нахуй! Ракет мой, блядь! Блин, слушай, они реально ж без масок делали, а мы еще и с масками. Да вообще просто пиздец, блядь. Фу, просто. Вообще похуй. Похую вообще. Опа, блядь. Илюх, давай договоримся, смотри. Так, давай. По правилам, я должна тебе заплатить 41 тысячу. Хорошие правила. Но, если бы не я... Ага. Ну, ты бы не сделал этот челлендж, потому что я абсолютно была надежной верно. Опорой. Поэтому я считаю... Ну, слава богу, у вас правила. Есть правила, я читаю правила и как бы, блядь, что поделать. Ну все, ладно, забирай 41 тысячу. Не, хорошо. Вот. Сука. Спасибо за работу. Да ладно, я не такой жадный. Ребята, я не такой жадный. Все, я... Два кэса как... Да иди в жопу, блядь. То есть я тебе должна 39 тысяч. Все, держи. 39 тысяч, видишь, а ты... Спасибо большое. Пожалуйста. Я кручу. Давай. 4. 4. Переступи через себя. Привет, Анастейша. Привет, Instant Ghost. И привет всем. Я Кирилл, мне 21. Я из деревни, а это моя бабушка Соня. Баба, передай привет. А в страху-то. Перейдем к челленджу. Слушай, я ставлю 50, потому что там бабушка, и ради бабушки можно проиграть 50 тысяч. Ну все, тогда выполняй. Давай. Смотрим челлендж. Нужно схватиться своей рукой за ногу и перепрыгнуть. При этом руку не отпускать от ноги. Смотрите. Раз. Сразу же на вторую. Вот. Два. Сейчас, погоди. Все.
О, ну это не считается. Ну почему? Ну хорошо. Да слушай, я... Ты еще даже в этом костюме смотри, в блюданском. Смотри, даже можно что сделать. С благородного порыва Ильи Прусикина 30 ради тысяч... Ради бабушки. Ради бабушки. 30 тысяч рублей улетают даже не Кириллу, а бабушке Кирилла. Да, Кирилл, пожалуйста, да. Потрать эти деньги на бабушку. Умоляю тебя. 20 тысяч рублей твои. В сухом остатке у нас крайний челлендж, последний челлендж на сегодня, где я могу еще отыграться, но непонятно. И у меня осталось 18 тысяч рублей. Это вообще первый раз, когда я осталась, блядь, почти ни с чем. Но еще не поздно отыграться. Конечно. Мои правила, Машева, мои правила. Девятка была. И следующий, давай, шестерка не была. О, вода. Всем привет, меня зовут Настя, я из города Волгодонск Ростовской области, мне 18 лет, и мой челлендж называется «О, вода». У меня на самом деле всего 18 штук. Давай я первый поставлю. Давай, а, ты же и крутил. 17 500. Я этот челлендж выполню за 17 554 рубля. Смотрим челлендж. Челлендж или челлендж, подожди. Челлендж. Челлендж. Не, в Питере как говорят, да? В Питере говорят «челлендж». Challenge. Challenge. Смотри, challenge. Challenge. You know? У нас говорят, типа, ты понимаешь? Типа, у вас на английском в Питере говорят, да? Не, это диалект. Диалект. Диалект русского, you know? You know? Okay, let's go. Let's go. Show me. Для этого нам понадобится любой сосуд с водой. Я, для примера, взяла 3-литровую банку и обозначила на ней литры. Ваша задача за 30 секунд, не прерываясь, выпить воды больше, чем я. Блядь, я так ссать хочу. Чувак, я так ссать хочу сейчас. Ты себе просто не представляешь. Блядь, она выпила... Почти 2 литра. Ёбаных 2 литра! А никто, блядь, не мог мне сказать, что, возможно, придется выпить много воды, вот молодцы, и я ребята, бы не ставила сюда 3 бутылки, потому что, блядь, я пить хочу. Охуенно. И смотри, она выпила почти 2 литра, тебе надо почти выпить... Ну, 2. 1,9. Мы... И поехали. У меня такое впечатление, что нихуя не получится. 10 прошло. 20. Давай, 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 ты чего? У тебя, блядь, еще немножко, давай. 2 литра осталось выпить. Ну, давай. Ну, буквально, полтора хотя бы выпей, и все будет заебись. У тебя получается. Стоп. Сука. Блядь, жестко. Ой, Настя, такая ты никчемная, господи. Блин. Первый случай в истории шоу. Реально, первый. В истории мира. Мира, блядь. Когда мировой истории. Абсолютно, что я осталась с 46 рублями. Просто даже тысячу не могу сказать. 46 рублей в конце шоу, помимо того, что меня оставили без денег, мне еще выполнять главное наказание. То есть ты меня еще бить сейчас будешь. Охуенно. И я пыталась сделать все для того, чтобы этого не случилось. Я видел, как ты прям вот глотками, прям жадно воду. Спасибо. Это, собственно, сухой остаток. Мой сухой остаток. А я в банк положу. Ну, ты расщедрилась. Ну, хотя бы, блядь, десятку себе возьми. А вот она на полу. Вот это на счастье. 2 рубля. Итак, дорогие друзья, сейчас мы будем выполнять главное наказание. Вернее, выполнять его будет Илья, а я буду терпеть. И все получается. Давай сначала с одной начнем. Ну, просто попробуем. Давай. Давай. Будем добавлять, правильно? А, сука! Блядь! На меня накричали! Блядь! Сука! Давай 2 попробуем. Плотность, давай, плотность, стоп. Это физика. Плотность больше, боли меньше. Давай 1, 2, 3. 3 раза. Давай, давай. 1 прут, 2 прута, 3 прута. И нет, все, ну, и расходимся. 10, я слушал задание, что 10. Что мне делать? Блядь, сука! Мразь! А, блядь! Ну, давай. Сейчас было не больно, да? Было... Ну, я не буду тебя... А!
Наклонись нормально, кадр. Я чуть-чуть увернулась, да, но было все равно больно. Ай, ты сука какая, падла. Ай, да, блядь. Пизду, все, 4 раза, блядь, потом. Все, давай на другой раз. Давай, ну надо. Блядь, это был самый больной, блядь, я лучше не буду, это был самый больной. Настя, это шоу. Бля, слава богу, я готовился к этому моменту. Сейчас у меня на жопе будут розги, раны от розг. Сука, терпимо. И давай вот так вот, красиво, чтобы я такой, вот так вот прям. Блядь, это было... Ёб твою мать! Ну прости, прости, прости. Блядь! Я первый раз за всю историю этого шоу вспотела. Первый раз. Да потому что ты в обоях, блядь. Во-первых, я тебя поздравляю. Я действительно в шоке, потому что я осталась без денег. Меня, я тоже, блядь. Меня побили. Это полная массажа Джерри Бурдж де Берриш. Ты пришел сюда со 100 тысячами. Угу. Знаешь, сколько ты сейчас уходишь, со сколькими? Сколько? 150 тысяч у тебя. Ты первый гость, во-первых, кто унес отсюда кэш поверх своего. И первый гость, который, собственно... А кто был первый? Басков. Шок. Шок. Но браво. Несмотря на то, что ты меня, да, это было круто. А, идем к стене и оставляешь свой тег. Какую-нибудь грязь. Все, можешь давай, написать. То есть не так, типа, здесь был Илюша. Какую-нибудь морось такую, прям чернь. Ильич. Я Ильич, Басков, отстой. Так ощущение, что ты все писал Баксов. Ой. Так, ну сейчас. Это смешно до сих пор. LJ. Круто. Четко, четко. Люк, ну красава. Обожаю. Это было ZBC-шоу, это был шок-контент, это было круто. Обязательно подписывайтесь на канал, поставьте колокольчик, поставьте пальчик вверх и напишите в комментариях, как вы относитесь к тому, что Илья забрал все деньги и ударил женщину розгами. Нет, я... Да, все верно сказано. Все, подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх и ждите следующего выпуска. Мы вас любим, любовь наркоз в сердце каждого из вас. Всем спасибо. Бамбалело, бамбалело, а чики-бира-кира, чики-бири-да-ти. Бамбалело, бамбалело. Ну, давай, да иди ты нахуй, ты даже двигаешься лучше, блин, просто урод. Илья, наконец-то дошел. Привет, медведь! Илюха не может, Илюха не может, ну, блядь, ну хуй с ним, ладно. Да что, мы не будем шоу снимать? Сегодня я не хотел бы упасть в говно. Ха! Респект. Страшно, сука! Положи на стульчик, пожалуйста, Илюш. Если я сделаю, вот да, ты мне пятерик должен. Если тебе 5 тысяч, то, конечно, еще погоди, блядь. На. А что мы разговариваем, блядь, во время съемки? Нехорошо как-то, ребят. Мне кажется, между нами пробежала искра. Ну, вы знакомы с Настюхой? Да, но это вот эта вот кореглазая такая низкая, да? А, ну... А, это Джарах, нет. Да, вроде бы знаю ее.